нашем концерте. Йоу-йоу, острый социально современно молодежный бард-рэп. Бард-рэп. Не хочется быть офисным планктоном, перекладывать туда-сюда бумажек тонны. Кажется все однообразным, разве нет? С нами ты будешь разносторонний, разве? Смотри, все твои друзья давно работают по офисам. Пришел, сел, сидишь, сделал кофе сам. Мы всегда рядом, мы одна команда. Корпоратив это когда бухаешь не с кем хочешь, а с кем надо. Надо делать бизнес, лестница карьера. Слышь, с этого и начинали все миллионеры. Надо получать зарплату и в кармане греть ее. А когда наступит отпуск, надо ехать в Грецию. Ежемесячные, правда, обязательно отчеты. А что ты хотел? Ожидал? Что ты? Ты закончил вуз? Работай! Не хочешь тут вуз? Какой ты? Тебе бы только щелкать своим фотоаппаратом или песни петь, даже если никто не рад им. Все равно, что ты снимаешь или что ты там поешь. Не может быть причислен к настоящим мужикам. Ты вся современная молодежь. Одни фотографы, другие музыканты. Работать на заводе. Дружный коллектив, все нормальные вроде. Но только ощущения все время не хватает чего-то. Мало перспективы, или я ее не вижу. А старость все ближе, и мало престижа. Ой, что-то на заводе мне совсем не хочется работать. Хотя вот мама же и папа там работали, ничего. Их работа на заводе не сковала же параличом. Так что тут все мысли давай выбросим уже. Тебя же вот родили, как-то вырастили же. Мама на заводе отпахала 30 лет. Слышь, теперь ей пенсия положена, законные 6 тысяч. Папа был слесарь, со звездами не лез. Он знал свое место, не то, что ты в бездны. В школе было проще, не стать, не взять. Там конкретные задачи решил, садись пять. Или же списал у друга, если сам дебил. Короче, у конкретной задачи ответ конкретный был. А теперь вопросов много, а с ответами дыра. И пока искать их буду, придет время помирать. А за ответы дорого, наверное, заплачу. Вопрос, хочешь на заводе работать? Не может быть причислен к настоящим мужикам. Ты вся современная молодежь. Одни фотографы, другие.